В Тюменскую область поступила первая пробная партия вакцины от COVID-19. Большая часть доз рассчитана на медицинских работников, которые делают прививку в первую очередь. Перед процедурой проводится профосмотр. 7 человек уже прошли вакцинацию. На очереди еще 42 специалиста. Лично я советую прививаться, потому что со времен, когда вакцинации не было, мир даже далеко ушел вперед. Если у каждого у нас каждый в кармане лежит телефон, да, который нам позволяет взаимодействовать, почему каждый из нас не может быть привит и не болеть? Добавлю, сегодня губернатор Александр Моор также привился новой вакциной. Этим он поделился на своих страницах в соцсетях. «Чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю», – написал глава региона. Ранее Александр Моор уже говорил о том, что верит в отечественный препарат и готов испытать его на себе.